Я хочу. Может, побьемся? Видишь? Чтобы ему... А если про... Так конец! Хорошо. Сначала. Двойная, если вы... Га! Стал бы на кого? Стал бы на кого? Заходи, сэр! Да, да. Огрести таких прекрасных звездюлей это ведь не часто бывает, ага? Пора перед... Да, Берин... Стражника, берегись. Они хуже разбойников. Красавица. Проси. Знать. Не нужно. О, это... А вы... Они... Не да. Ну хорошо, а вы поможете мне с пьер... Кони. Я... Повтори, что ты сказал. А, вот... Эй, толстый! Ну ты чего потер... Ос... Это те, пусть только спут... А уж тогда что... Оставьте музыканта в покое. Да, оставим. В покое. Что за хрень? Черная магия. Колдун ебучий. Дал ты им прикурить. Здорово. Раз, два. Через спину и по башке! Наконец-то я смогу выйти из дома без капюшона. Да что ты. Ну как же. Сколько вы за это... Ничего. Так. Геральт из Риви, ты обвиняй. Через мой... Я тебе говорил, что я... Помнишь проповедника, который... Ух ты! Люди, не жалейте. Страдаю от бедности. Холера. Дети, папы, мамы, жадные очередной до драмы! Я слышал о тебе. Дайте жить спокойно. Не знаю, чего ты ищешь, но здесь ты этого не найдешь. Желаю счастья. Тебе пригодится. Гляди.
Глядишь ты, какая уродина. А вот и ты. Мне удалось... Отлично. Я хотела... Совсем не... А мне нравится. Я даже знаю, кому дать роли. Кто сыграет... Один любитель. Он в трупе нет. В каком-то смысле. Хорошая мысль. Но ты же... Разумеет. Подумаем про роль княжны. Присцилла. Вполне очевидный выбор. Она молода и красива. Пусть играет Присцилла. Обращает на внешность больше внимания. Вы хорошо? По-разному бывает. Разумеется, ты тоже. Спасибо. Кого вы видите? Безопаснее было бы взять Абеляра Ризе. Он в нашей труппе давно работает. А другой вариант? Максим Болье. Это великолепный актер. И публи... Возьмем... Ты прав. Так. Похоже на то. Я просмотрел текст. Тогда не будем терять. Золтан. Я слыхал от Присциллы, что вы собрались ставить пьесу. И... Не главное. Пойдем, Гер. Удачи. Дамы и достоин... Приглашаем под названием... В ролях. Ведьмак Геральт в роли самого себя... Катарина в роли королевы. Лео Рибе, ветеран Новиградск. В роли княжны вы очаровательную... Королева! Пригласи! Для куражу. Ведьмак, а поддержку знаю, монстр покусить. Отсеки же, а награду я... Избавлять от чудовищ. Моя жизнь и работа. Я ее и за даром исполню с охотой. Он крючок заглотил. План, коль жених на балу поменять. Тут ведьмак и... Да и гости другие. А, только ж, но не брать же мне... Нас призвал сюда повод, достойный волнения. А про чудовище? Может, он среди гостей и сейчас меня слышит? Любимая, месяцами так довольна секрет. Сейчас признаюсь... Я согласна, любимый! Согласна! Внимание! Чин велит молодым, чтоб бокалы поднять им, или счастье их древним омрачится проклятьем. Измена! Не вина, а воды с серебром мне подали. Вот таким существом вы меня не видали. Люди, он не князь. Этот доплер принял его облик. Вот так пара.
Княжна и полиморфная особь. Это монстр, о котором тебе я сказала. Бей его, и пусть кровь обогрит эту залу. Монстр он или нет, я люблю его страстно. Прочь, клинки! Не пугайтесь доплера напрасно. Он существом был всегда безопасным. Помните, делает монстром не облик, а злой характер, как у этого слуги. Прав, ведьмак. То подлого слуги наветы. Меня сбили с пути его злые советы. Человек ли мой зять или доплер, неважно. Любит дочь моя искренне, сердцем отважным. Мораль истории любой из вас постиг. Не тот чудовище, кто с виду многолик. Ведьмак, каждый доплер тебе будет другом. А тюремный подвал домом всем подлым слугам. Стража! Позовите стражу! Пусть заберет отсюда этого изменника! Эй, вы! Слышали, что княжна приказала? Господин мой, давайте на сцену! Закуйте изменника в кандалы! Не бойся. Все потом жили долго и счастливо. Скоро доплер с княжной и свадьбу сыграли, из тюрьмы и слугу к ним на пир отпускали. Доплером место в костре! Сжечь всех на костер! Да успокойся ты! Не видишь? Тут шутки шутят. В комедии даже и Гуль мог бы князем стать. Не переживай, сука. Геральт. Привет, Дуду. Значит, ты... А, Геральт! Ты можешь мне объяснить, как вам с Лютиком удалось перейти дорогу одновременно Ройвину, Ублюдку и Храмовой Страже? Все пошло... Почему ты не... Я был в театре, но когда... Я знаю, что... Я побежал... Я подумывал... Погоди, Геральт! Я тоже. Все? Я странновато себя чувствую, когда вы на меня так таращитесь. Все, хватит. Это была плохая идея. Ты же не сердишься на меня, а, Геральт? Нет. Ну, мне сразу полегчало. А что с Лютиком? Его схватили охотники за... Менге. Хорошо. Хотя на его... Не обязательно. О чем это? С твоей... И что я должен... Прикинуться Менге и... А потом... Погоди минуточку. Никто не знает. Никто не знает. Скажем так. Лютик, а если это пока... Бьюсь об заклад. Кроме того, ты... Если станет... Ясно. Ты справишься. Мои ребята устроят... Как я видел... Ты... Ну что? Да. Да... Погодите-ка. А что потом? Нет, мы ждем, что после всего ты придешь... И нажремся, как дикие барсуки. А ты молодец. Ни единой ошибки. А как вам вообще? Публика, кажется, не... Благодаря Кайрам пришло действительно... Хорошо, что ты выбрал Абель... Вот, прошу... Я учился в Кайр-Морхене.
От шторма еще уйти можно. Не знаю, чего ты ищешь, но здесь ты этого не найдешь. Ой, я голодаю. Идет весна, да идет. Предание. Давай, плотва. Шевелись, плотва. Вижу в точни, просто. План с засадой проще. Сам Менге собирался отправить Лютика в Оксенфурт. Дуду просто отдаст приказ, которого все так и ждут от Менге. Освобождение Лютика пришлось бы как-то объяснить. Ну, может. Фрист. Какой-то. Не бой. Ах! Пожалуйста. Ах! Ладно. Да, знаю. Пока. Тогда. Да, Я снова выиграла? Ну надо же! Ну что, еще партийку? Если у вас кончились деньги, можем сыграть на... Едут! Едут! Вот они! Присцилла, оставайся здесь.
Езжай за ним! Эти, оставь нам! Поехали туда. Фаза, я его потерял. Придется поискать следы. Отпечатки четкие. Конь был тяжело нагружен. Спокойно, плотва. Это просто пчелы. Но пошла. Следы копыт. Но! Проезжал здесь? Да. Только я бы гол... Пошла. Иногда... Давай, плотва. Кажется, конь захромал. Отрубить ему ноги по колено? Эй, ты! Что тут творится? Конь пал, они не могли уйти далеко. Эй! В чем дело? Был с ним друг... Ну, был. Точно, Лю... Хм. И где... Вот же любопытный. Мы цы... Вы вообще... Правду сказать, так мы хотим от всех... От... Спасибо. Какие у меня гарантии, что ты меня не обманешь? Я пойду туда вместе с тобой. У меня же нет выбора, правда? И без всяких штучек по дороге. Ты же знаешь, я в любой момент могу тебе башку свернуть, как цыпленку. А еще я знаю, что ты этого не сделаешь. За мой труп тебе не заплатят. А за живого, как я и говорил, 100 слитков золота. Ты принял очень мудрое решение. Я тебе больше скажу. Сегодня ты сержант... А завтра... Тихо! Я что-то слышу. Что? Нет, нет, только не кляп! Геральт, обязательно надо все испортить. Как раз, когда я разработал... Пойдем поговорим. Присцилла! Ты цел? Лютик, балабол ты наш. Мы отправились... А, жалко вы не видите. Лютик, я хочу... Цири? Я Я знаю. Будь у меня больше времени, в сравнении с этим, ублюдок. На что-то пошло. А, значит, мой план казался... Наслышан я. Когда ты видел... Мы были на храмовом... Взять эту суку! Взять ее! Не наше это дело! Наши, говорите! Все ворота закрыты! Нам надо бежать! Бери коня и храм! Стой!
Придется бросить коней. Уже недалеко. Арестовать! А, какое приключение! Замечательная история. Материала на целый... А лучшим будет кусок, как стражник перекинул тебя поперек седла, как мешок картошки. Ты заработаешь целое состояние. Еще похоже, к старости. Я просто без... Ахом, отцы, ты хоть представляешь, как? В любом случае, ей придет. Ты об этом? О, ты забрал ее Ублюдка нет в жизни. Ну, надо сказать мне его... А наш общий... У него все хорошо. Цири говорил? А она пошла к ублюдку. Я мог бы догадаться, что это был твой. А что? У нее сломалась магия. Кроме того, ей надо было разобраться со словами проклятия. Далось Цири это проклятие. Она его снять хотела или наложить, не знаешь? Она вообще не хотела о нем говорить. Ровно в тот единственный раз. Но я почти уверен, что она... С кого? Нет, не думаю. Но она ужасно торопила. Знаешь еще что-нибудь о проклятии? Ну, я знаю текст. Ты шутишь? Нет, проклятие было по-эльски, и Цири пост... Звучало оно так. Вафаэль эляйне каэдмиль фолье. Гладив дорне айптенайт бундроитне ияхус. Проклятие, связанное с уродством. Я в жизни не видал никого страшнее... Очаровательный гем. Нет, одного уродливого карлика, который появился на берегу Хиндарсвьяля. А, вы с ней так похожи. Никогда не понимаю, о чем вы говорите. Цири о нем упомянула? Нет, ни про каких уродцев. Она вообще мало говорила. Геральт, она уже не та девчонка. Она по-прежнему живая. Точно. Она снова ускользнула. Я был так близко. Она приехала сюда из Велена. Там ей, как я понял, помогли. Может, она вернулась обратно? Похоже, пора возвращаться в Велен. Кончайте трепаться. Теперь моя очередь говорить с Лютиком. Ну, тогда я следующий в очереди. Идемте-ка обратно в Шалфей и Розмарин. Ну, на сегодня с меня приключений достаточно. Думаю, я вполне заслужил миску жаркого и мягкую кровать. Мы 100 лет не виделись. Может, заглянешь, когда будешь поблизости? Конечно. Думаю, мы увидимся довольно скоро. Ловлю тебя на слове. До свидания. И еще раз спасибо за помощь.
А что ему это? Геральт, дружище! Ну, ну, иди! Портрет иерарх. Ой, на самом... Ладно. Себе возомни. Эй, ты! Господа рыцари! Нам помощь не нужна. Довольно вы натерпелись от грабежей и нас... Нам помощь ни к чему. Не бойся, добрый человек. Расправа наша будет скорой, и эти проходимцы уже не вернутся. Гляди-ка, Мильтон! То есть это да будь. Едут. Слышите? Так и я. Опатя. Ну дела. Сдается. Ты с... Да. Сатусел! Зачем? Что тебя он? Сатусел! Зажги! Негодяй! Защищайся, подлец! Что же они не выходят? А я вас предупреждаю. А. И мы вернем. Пойдем, Гер. Ну, говори. Мы должны передать... Ибо традиция... Не... Спаси... От... Анна Генри... Вообще-то она сказала привести мне ведьмака, и быстро, одна нога здесь, другая там. Только чтобы в этот раз приехал один. Остальное добавил... От... Еще... Спун... Аску... Двло...
Встреча с Йеннифер оказалась не самым важным событием во время пребывания Геральта в Изиме. Геральт узнал, что его подопечная Цири вернулась из долгого путешествия, и ей грозит опасность. По приказу императора и по просьбе Йеннифер, Геральт отправился на поиски Цири. Тусент. Край вина и любви. Таким он мне и запомнился. Кое-что в Боклере успело измениться. Осмотрись при случае. Сам во всем убедишься. Как по мне, Боклер всегда был такой сказкой. Рыцари, эльфские дворцы. Ты что, хочешь сказать, что мы чудные? Ты заблуждаешься. И в том клянусь я цаплей. За мою госпожу! Клеом, берегись! Я поклялся, что убью чудовище! Один за всех и все за одного! На великана вы... Прик. Не хочет на... Я не знаю. Странно. Это непросто. То есть он... Пару раз в год. Я принимаю. А ты не... Нет.
в Тус... Надеюсь, ты не станешь охотиться на бесть. Меня ждет другое испытание. В излучине рядом с Кура... Гвардейцы еще... Отправляйтесь. Я уведомлю ее милость, что Геральт уже прибыл. Важный парень этот Гильон. Фальмерин позаботился о его воспитании. Это его родич. Работе хватит. Дайте же мне все отдых успокою. Никак не привыкну к этой вашей рыцарской манере речи. Особенно, когда вы говорите то цветисто, то обычно. Мы странствующие рыцари на службе досточтимой княгини. Посему, когда мы выступаем от ее имени, мы связаны традицией. Нет никого. Должно быть, уже забрали тело. Осмотримся, не пропустили ли они чего. Подкованные сапоги, много следов. Княжеская стража. Пойдем посмотрим, куда они пошли. Они шли вдоль линии берега. Ты как выбросил тело на берег? Не будь вермельком, ты пиратьем! Их сюда запах крови привлек. Ищем дальше. Все, что приносит течение, попадает на эту отмель. Да. Смрад ужас. Видишь? След от лодки и отпечатки ног. Гвардейцы отплыли отсюда, причем недавно. Гвардейцы вытащили из воды несколько сетей и разрезали их. Крови очень много, возможно, труп был расчленен. Похоже, гвардейцы погрузили останки тел... Шелковый платок, монограмма ДЛК. Скорее всего, принадлежал дворянину. Надо бы понять, куда забрали тело. Что теперь? Понятно, что это не место преступления. Тело плыло по течению реки за...
Осмотреть бы его, прежде чем начнет... Хозяева постоялого двора наверняка смотрели за стражниками и знают, куда направилась лодка. Сдается мне, у нас зрители. Удивлен. И вот еще... Делакруа. Возможно. Давным-давно мы бы... И много у них? Да. Тогда вернемся к этому позже. Вскоре я тебя покину. Я должен явиться ко двору. Ведь ты только вернулся в Тусент. Рыцарь досточтимой княгини не знает отдыха. Я думал, что не успею приступить к своим обязанностям, но вернулся вовремя. Когда смотришь тело, не забудь. Тебе еще надо предстать перед Анриеттой. Анриеттой? Досточтимой княгиней. Прости, я забыл. Между собой мы называем ее по имени. Но только не при Пальмирине. Он обижается на такую фамильярность. Сюда заглядывают купцы, сборщики подати и сплавщики. Нигде в Тусенте не найдешь лучшие похлебки из раков. Чтобы разобраться с бестией. А что, у нас своих смельчаков не хватает? Хватает, но против бестии одной смелости мало. Бестия — нечистая сила, против нее ведьмак нужен или чародей. Клянусь честью, неужели... Не иначе, господин де Пейрак Пейрак. Милости просим вас к столу. Ива... Но ответьте, почему... Похлебки... Мы как раз... Мы... Меня зовут Геральт. Скромный вы человек. Довольно меня. Тело я? Спрашивай. Было раннее утро, ты пошел проверить сеть. Вышел я из хаты, гляжу... Клянусь честью, к делу, добрый человек. Мы уже знаем, что ты нашел труп в сетях на раков. Потом-то что было? Ты видел кого-нибудь поблизости? Никого не было. Что ты увидел? Если я еще раз услышу, что небо было красное... Ну, голова прямо на воде была. Ты хорошо рассмотрел? Я так перепугался, что побежал. Долго ловили эти куски. Мне надо осп... Его перевезли на... Что? Пока вы были в отъезде, винодельня была продана с аукциона. Кто это был? Та женщина, которая вышла. Я не заметил, чтобы она входила. Это должно быть Линка, дочка кабачика. Погоди, Геральт. А то меня сейчас удар. Ну, ни для кого не секрет, что... А я ведь говорил Росселю... Такие времена. Правду говорят. Значит... Рыцари отступают. Как дам тебе... Пусть говорит. Княгиня торгует титулами и возводит в достоинство грешников. Не слушай этих бредней, Геральт. По правде сказать, этих вещунов пос... А что еще о бесте? Люди не так глупы. Какая придирчивая. Благодарю. Корва Бьянка недалеко отсюда, у турнирных полей. Просто не сходи с дороги, наверняка не заблудишься. Ты не поедешь со мной? И правда. Какие это? Еще до отъезда в Велен достопочтимая княжна оказала мне великую честь. Меня так и подмывает спросить, в чем здесь...
Тяжко на службе с пустым брюхом. Давай. Вот звуки боя, надо поторопиться. Ты глухой, что ли? Пошла. Придержи его. Сударь, сударь, вам письмо. Мне? От кого? А вот этого не знаю. Я только доставить. Держи. И спасибо. Так это вам спасибо, уважаемый. Всегда к вашим услугам. Дорогой друг. До меня дошли слухи, что ты в Тусенте. Надеюсь, ты не подорвешь свое драгоценное здоровье на фестивале вина. В твоем возрасте последствия могут оказаться губительными. Быть может, тебя заинтересует вот что. Осматривая библиотеку одного моего знакомого, я наткнулась на упоминание о некоем профессоре Моро из Баклера, который изучал ведьмачьи мутации. Подробностей я не знаю, где была его лаборатория тоже. Но думаю, что-то можно узнать из дневника, который вроде бы похоронили вместе с хозяином. Прилагаю карту, которую нашла в той же книге. Она в скверном состоянии, но, думаю, ты сумеешь ей воспользоваться. Если тебе вдруг наскучат баклерские девицы, вино и прочие прелести, попробуй покопаться в этом деле. Вдруг найдешь что-нибудь интересное. Твоя подруга Йеннифер. Профессор изучал ведьмачьи мутации. Дело и правда интересное. Озеро Селяви. Возможно, стоит на него взглянуть. Сыграем в жмурки.
Плетью обуха не перешибешь. Садись, выпей. Люди, люди, я умом тронулся. Сегодня все в полцены продаю. И никакой ты не герой, а мясник из... Смотрите, выбирайте, пока время есть. А то как закрою лавочку... Родиться в Тусенте значит родиться под... Какая встреча! Хорошо, что вы вернулись. Какая встреча! Хорошо, что вы вернулись. Твоя слава летит впереди тебя, Геральт. Седой, ты, сука, культуре учись. Ты же в Тусенте. Знаешь историю про... Почему никто ничего не делает? Дай на воду. В чем дело? Вы, может... Я ведьмак. Только... Так я расскажу, в чем проблема-то. Во! Я с этим ходил как не... И сколько я за это... А сколько вы... Пожалуй, у меня... Пожалуй, у меня столько... Пожалуй, у меня столько... Идет. Шум повторяется. Каждую... Да, к... Я этим займу. Ой, поща... Возможно, но стать... Уж сам не знаю, что... Мужики все одинаковые. Но ты гляди, гляди! Шума не слышно, но, пожалуй, стоит осмотреться. Очень ты мне понравился. Все ведьмаки настоящие мужики. Твою мать, опять кто-то долбит. Звук, кажется, идет из катакомб. Так вот откуда этот шум.
ни души. Странно. На логово кладбищенские бабы тоже не похоже. Нет, это не могут быть кладбищенские воры. Золоченый подсвечник они бы тут не оставили. Разбитая посуда, будто кто-то ее швырнул об стену. Здесь покоится Марго де Карентен. Луи де Карентен почил в день поминовения святого Бендера. Звук доносился откуда-то оттуда. Довольно свежее. Похороны были недавно. Ни чудовищ, ни кладбищенских воров, просто небольшой бардак. Может, это все-таки не здесь? Странно. Быть не может, шум явно доносится из этого склепа. Что-то здесь не так. Надо подождать развития событий. Может, за статуей? Ты только и знал, что целыми днями играть в эти карты, как краснолюд какой-то. Тьфу! Уж всяко лучше, чем стоять у дверей храма Лебеды и бормотать молитвы с утра до ночи. Неблагодарный! Я за тебя молилась, чтобы ты сбросил с себя ярмо азарта! Вот, видать, и намолила. Услышали боги твои причитания, вот и радуйся, что муж твой помер. А тебя чего? Здесь частная беседа. А можно немножко потише? Соседи жалуются. Какие еще соседи? Тут же все мертвые. Не знаю, кто ты, но ты обязан мне помочь. Не желаю целую вечность лежать рядом с этим безбожником. Убери его из моего склепа! А в чем тут, собственно, дело? Это мой склеп, а эта швабра даже после смерти не отцепится. Так и будет мне плешь проедать. Куда я смотрела, когда за него выходила? Ты даже собственное дитя бы в гвинт проиграл. Неблагодарная ты свинья! Да было-то, сука, всего раз, и то в шутку. Ну сколько раз повторять? А кто все наше имущество на статую Лебеды пожертвовал? Это благая цель. Святость пророка навеки изменила бы этот край азарта и ереси. Откуда мне было знать, что они мошенники? А я не говорил? И всего-то раз 500. Тихо! Успокойтесь оба! Так, пока вы тут вдвоем, мира и покоя не будет. Придется одного из вас переселить. Да! Убери его! И если уберешь, я скажу, где спрятала его счастливые карты для гвинта. Так и знал, что это ты! Значит, мало того, что выкинешь меня из собственного склепа, так еще моими картами расплатишься. Сейчас меня Кондратий хватит. Да были бы у меня эти карты на турнире в Бельхавене, я бы до сих пор жив был. Все из-за тебя, овца чумная. Из-за тебя меня зарезали. Тебя за долги убили! Нечего меня приплетать! Мужик, ты же не станешь слушать эту старую ханжу?
Кажется, я знаю, где она спрятала карты. Сам тебе их отдам. Только убери ее отсюда. Мне придется подумать. Ну ладно, одного из них надо перенести. И рёк пророк Лебеда, да не будешь ты играть на деньги. А потом добавил, не то для меня, не... Значит, ты все-таки дал ей себя надуть. Эх, сука, ну ладно. Слушай, есть у меня к тебе маленькая просьба. Будь человеком, перенеси меня в зал Баклерского общества любителей гвинта. Оно тут недалеко. Ты был его членом? Вот как раз нет. Но приятно было бы. А если я к ним после смерти вступлю, никто и возражать не станет. Я так точно не стану. Я этим займусь. Где зал? Как спустишься в катакомбы, иди прямо. Вход в зал в начале коридора. По правую руку. Спасибо тебе. Глубже в катакомбы? Ну, пойдем. Частное помещение достопочтенных членов Баклерского общества любителей гвинта. Это здесь. А вы, господа, тоже в клуб любителей гвинта? Что, сука? Ты еще кто такой? Кто тебя послал? Так много вопросов и так мало ответов. Философ, сука, нашелся. Вали его, ребята! Он же тут в одно рыло! Эх, если бы мне давали покрони всякий раз, когда приходится... Тут будет хорошо. Ладно, идем к Марго за наградой. Готово. Ну и где шкатулка с картами? Как выйдешь через бочарные ворота, поверни направо. Наш дом там легко узнаешь. Там над дверью вывеска с деревом. Шкатулку я закопала в саду под розовым кустом.
Вывеска с деревом, розовый куст. Запомнил. А что ты сделал с Луи? Воистину, он света не видел за гвинтом, но я бы не хотела, чтобы он очутился в канаве или в выгребной яме. Не волнуйся, я нашел ему хорошее место. Там он будет себя чувствовать как дома. Прощай. Женщина. Только капитал у ней в промежности. Не так страшен ведьмак, как его малюют. Честно?